Так. Друзья, начинаем 83-ю часть. Окабури мы сделали. Но есть еще экспедиции, которые нужно завершить на 15 уровне. Вот сегодня несколько из них как раз будем завершать. Выйдем в лагерь, покажу, какие у нас уже на 15-м завершены. Кое-какие дела еще надо доделать. Так что сегодня у нас локация... Как она называется? Выжженные недра, во. На 15 уровне. Я что-то не взял. Вот теперь взял. Первая элементарная. Сначала вожаков, потом маму. С патронами все плохо. Бывает. Синяя. Синий. Можно умереть в синем, но когда волна кончилась? Жаль, что нет. Черт. Тогда ищи другой ход. Лед довольно тонкий. Я внутри. На пальцы начинают неметь.
Всегда можно прыгнуть в лаву. Сразу, но бьем первого. Кто из них первый? Все равно все разных бьют. Ну потому что они оба что-то парятся, это неплохо вроде. Может это какой-то скилл заставляет их париться, типа который сбивает у тебя дыр. Ну да, вот этот он взрыв как-то критический урон делает. Так это ж круто. Не, они в бешенстве уже. Причем он, видишь, по площади действует. Да, да, шикарно. Они танцуют просто. А сейчас на сцену выйдет Ползун. И опять туда же отходим. Бьем вожаков и туда же отходим. И тут один нормально начал впитывать. Второй быстро подскакивает, добиваем первого. Третий пришел. Нужно пополнение. Добиваем второго. Ну сейчас пополнение, он там перфора маленький. Нет, не получилось, все. Нам. Нам, а вам? Ну или нам, да. Ползун пришел уже. Да. Ползун. Бейте, бейте, бейте. Бьем, бьем, бьем. Бейте, бейте, бейте. Сейчас главное вожаков. А потом этого большого додумаем потом. Можно было, конечно, не терять это видео патроны, я простофиля. Кто там уже вывалился? Да я сам встану. Понятное дело, что сам. Кто вообще не собирался, даже не думал о том, чтобы попытаться помочь. А тут такое творится. Нормально все. Ползуна лизионит. Теперь ползуна выводим. Ну, вожака сначала, потом ползуна. Ползун напитывает. Ползун миллион впитывает хорошо в голову. АД, вставай, уже все сами повставали, осталось тебе тут еще. Все, встал. Ну все понятно. Теперь надо, чтобы он дергался.
Так. А вот сейчас подниматься будете наверх. И наверху будем ставить купол. И в куполе будем давить. Ты там и себя давишь. Тут от ползуна полоса красная осталась. Совсем осталось. Ползун. Ее оставил. Совсем черкаш такой оставил. Ну, извините, извините. Я чуть не упал сейчас. Сложно. Ну да, накаляется. Так идите ко мне. У меня все просто пока. Хочу, чтобы тоже накалилось. Только идите все, чтобы мы могли поднимать, и кто-то там внизу не умер. О, купол. Нормально. Пока полечил. Много яда сильно здесь. Ползу так оставил дорожку. Как улитка полз оставил за собой след. Багё. Да, хорошая. Ну, если честно, много багов. Ну, зато много текста еще. А это да. Тут даже прыгать наверху можно. Гусь. Да, вы вот ту сторону чисто кроете, а я буду это. Мне много сильно. Тебе еще никого нет. Я не смогу запрыгнуть. А есть, но есть. Теперь смогу. А! Нет, я запрыгнул и упал сразу. Да я видел, видел. Что за скользко? Нужен купол тут. Вожаков вычеркивать. Такие раздирающие души, плоти раздирающие. Все, идите опускайте. Не, да, не надо его добивать, идите опускайте. Я, если что, добью. Стойте, стойте. А тут ползун вылез. Вот он еще черкаши наложил. Еще черкаши. Готовьтесь наверх идти. Два ползуна. Все, можно, можно наверх. И купол. Пришел наверх. Ставь купол.
прям лезут, да. Вожаков тут достаточно. Внизу бы просто расшвыряли. Жаль, что сюда не может прийти. Да можете спускаться. Я не хочу просто переключаться, хотя я, может, и откачусь. Идите, опускайте этот и... Фиг с ними, с теми ползунами. Может, они умрут так. Я буду вас хилить, если что. А. Все? Все, да. Там совсем миллиметр оставался. Сюда еще приведем. Бомбай! Стриксов. Все, мне спускаться или тут быть? Да не, сейчас еще ползун будет. Ползун еще будет. Снова эти взрывающиеся пауки. Так мы называли похожих мелких гадов на земле. О да, в каждой семейной паре был специалист по их ликвидации. Вон вояки пошли, мамка. Ну ведите сюда. Синяя. Ну да. Красивая. Даже на меня синяя делает. Она охамела там. Ой-ой-ой-ой-ой. Я в миллиметре был от смерти. Какое долгое синее. А получается, никто не падал, и все еще могут встать, да? Мне надо кого-то добить, у него 18 патронов. Вон там прилетели птички, сделайте ваншотные какую-то. Не успел. Еще. Не пострелять, ребят. Каспер, сделай ваншотную птичку. Давай, бил? Да, попал. Отлично. Ну, поднимет Каспер. Вероятно. Ну, нет. Ай, синяя. Ай! Сейчас я выскочил. Ай. Так! Сдох. Ох, мамка ко мне пришла! Ну все, занимайся. Не подсматривайся. Единица там пришел с мамкой сам. Синяя. Что-то тысяча мелочи пришло. Ну хорошо, что мы наверху. Мамка что, вообще не замедляется в куполе? Ну она там на полсекунды замедляется. Вот это орава, а? О, тут еще вот такие оказывается. Да еще им немало вожаков. Более. Толпы вожаков, если честно, напрягают просто. А толпы мамок? Больно-то как? Вставать, не вставать. Не буду вставать. Лежи.
там все лежат, и я лежу. Это место для возлежания просто. Сейчас еще там приведем. Так давайте. Сам хочу уже кого-нибудь свежего. Например, Зун, чтобы пришел. Да сейчас на уже будет это. Финальная локация, наверное. Не факт. Вероятно. Финальная, не финальная. А, тут да, тут ползуны еще будут. Ведите. Бегу, бегу, бегу. Еще я каскру хил дал за 5 километров. 10. Нихи. Он к тебе бежит, ядовитый. Точняк. Так, нас всех обошел и целенаправленно к тебе. Он патроны восполнить просто хочет. Он там идет. Вау, зум. Ну и... Я там вот что-то пил. Чняк. Он там один остался. Нет, два. Их три. Там. Минимум. Зум. Сюда, походу, не может пройти. Да, да? Он идет что-то. Он порог пройти не может, похоже. Так что, мне идти к вам или тут тусоваться? Ну, спрыгивай отсюда с винтовочки, хочешь популяешь. А если дальше там будет еще жестко? Ну, значит, не судьба. Ну, один тут поднялся, два там внизу сидят. У одного уже половина, у второй пришел. Ладно, я иду к вам. Возможно, мы об этом пожалеем. Скорее всего. Вероятно. Мордувы делают. Их раздуло. Вдув надо еще сделать. Ны. Сочные. Еще мелочь идет. О, а вы говорили слезай. Я даже скилл не откатан. Иди залезай. Уже все. Сейчас дэп купол сделать. Ребят, что главное, что вожаков. Пока. Катунил. Чуть-чуть, а вот и вожаки. Вот и вожачки, да. Зря я слез. Очень зря. Давайте потихоньку отходить. Ой, четверо. Только спустился. Ну сколько? Во сколько? А вслед за всеми ползет Ползун. Откуда? Я тебя полечил бы, ты, бля, лег сейчас. Заряжался, обойму выкинул, и за счет купола обойма медленно-медленно летит до сих пор. Ну да.
на эту локацию пройдем ее на 15 уровне и забудем это страшное слово выжженные недра, потому что тут столько вожаков, висящие совсем. Сколько недр, сколько ползунов. А ползуны то по сравнению с толпой вожаков это лайт. Ползуны по миллиону в голову у меня впитывают, это прям хорошо. Никто столько урона не получает, как ползуны. Ну что, в каком состоянии оборудование? Да, в нормальном состоянии. Давай уже капсуль. Да, пристрелите меня. Пристрелите. Что ж ты его не пристрелил? Какой-то урод это может быть сделает. Урод. Так куда ты пошел? Ну иди ищи, я пока. Нет, нет, это ничего. Баллоны можем взорвать. Галлоны. Вот это еще галлоны. Да, ослик, суслик, паукан тут. Дороги. Жарким днем. Ну все, сейчас надо сделать и на 15 уровне. Все окей, по телефончику позвонить. На 15 уровне. Все-таки... Сколько алюминиевого стрекозы будут, да, здесь? Да, стрекозы и паучки. Почему у стрекоз тут крылья не сгорают? Почему ботинки не плавятся? Это неупорные шкуры жопы дракона. Что прыгает, понтуется. Ну мелочь на самом деле. Акари. Ой. Интересно, его сбивать можно? Ну не знаю. Проверим сейчас. Он, кажись, буррито съел. Да. Огонь из жопы идет. Я жду мелочь. Парень так ускорился. Оп, 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 оп. Стрелять буду. Буррито съел. Он лайтовый совсем. Наверное, самый простой босс. Да, просто много патронов надо. Не то, что молох. Молох это да. Не то, что шаман обычный моб. Молох самый лайтовый. Реально, вот взять этого шамана, это вообще ничто. Этот босс, шаман на 12 уровне, намного болезненнее, чем этот на 15. Ну, мелочь будет вообще сегодня или нет? Я покурил. Кто-то его все-таки сбивает выстрелами. Он так дергается, когда крит проходит. Вас даже хилить не надо, то есть настолько все просто. Ну, кто-то пришел, пошли. Птички пошли. Да, мне надо какую-то забить паучки сейчас, если пойдут. Ну вот, пошли, все отлично. Он стреляет. Стреляет, да. Это паучка, дайте добить, что ж, сейчас все, фейл, фейл года. Ай, да как так, я не добил, и меня еще убили. Поднимите кто-то. Да лежит там спокойно. Я столько ждал, я и не знал. На лесу поближе. То, что Стрикс может быть жестоким. Скопчал. А Карри таким одиноким. Карри таким горячим. Надо еще хладного Акари сделать. Да, группу заморозил. Ну, в дополнение добавят же ледяные локации. Ну, может, да, будет ледяной паук. Может быть. Почему не добавляют водяные локации, там газовые? У тебя газовые? Ты, у тебя все к этому сводится, понимаешь? Тут газом, да, жопно стратирный юмор, только так. Газовая совсем нужна. Напиши им письмо, я вам писал, когда у меня винтовка пропала. Отвечают, винтовку вернули. Вообще ни о чем, долги просто на 15 уровне. О, паучки.
прошло огнем. Дрикс. Вставайте. Я встал сам. Я думал, он уже отплевался, он бомбил и бомбил из пукана, пока нас не положил. Надо стоять на месте, блин, я упал. Я тоже упал. Ну что, вставайте Стою. Сами. Оба. Разблатыкались. Еще не конец. Нет. Паука под мышкой пытаюсь его поднять. О. А теперь стриксов убейте. Они вас парафинят. Да они сейчас какие-то толстые. Вы просто кушали хорошо. Жирные. Че они тут кушали? Че? Перфора. Паучи паутины. А его даже можно атаковать, пока он там из попы какает. Ему критов мало проходит. У него крит, тогда кто-то в зад стрелять. Пойду в жопе его пристроить. Ой, он стреляет. Вот и мелочь. Птичек бейте сразу. Пауки пауками. Так, что-то жарко. Так, что-то жарко, говорю. Жаром пышет. Вредно. Ой, он убил меня, я встать не могу. Можно слиться было на пауках. Смотри, там бомбит. Да. Пока бомбит, бесполезно вообще пытаться. Че, тут 1000 пауков еще за мной бежит. Не, ну это не смешно, я лег. Ты лег? Да. Зря-то так. Только купол. Уже тоже лягу. Только купол. Я там в ногах у него застрял. Ай-яй-яй. Кого-то поднял, не знаю. Меня. Вместо того, чтобы меня поднять, убежал. Сейчас. Сейчас саму надо поднимать. Да. А что-то от меня пауки как даже умирают. Я так понял, они лезть будут бесконечно. Пауки от меня умирают, и у меня броня повышается. То есть мне как закил считается. Прикольно так. И, то есть, когда они на меня прыгают, я лечусь даже. Это у тебя так свойство брони? Нет, это свойство класса такое. Точнее, как... Я когда убиваю, я броню повышаю себе. Добивайте. Добивай. Чуть заставили понервничать. Не казалось, что все сильно лайтово. Спасибо. Вот телефончик подождать. Да и пойдем трубочку снимешь. 45 капсулей. Ну, я теперь все желтые оружия в одном экземпляре на 50, ну, на 15 уровне оставляю, потому что они 50-го падают.
Пойдемте телефончик начинай поищем. Вербовать людей, тех, кто предпочитает замерзнуть насмерть. Капсулу не надо было открывать вроде, чтобы телефончик взять. Еще лист, прям как ненормальный. Я бы мне желтые вещи не дали. Да, шикарно. Варя. Но телефончик будет, не будет, если он открыл уже? Будет, будет. Будет, он же через некоторое время появляется. Алло! Алло! Я-хой! И тут зеленая вещь, ой. Открой мне правду. Хоть бы зеленую дали, твари. Надо, чтобы они падали и разбились еще. Да и это... Ааа, все втроем. Ну что тут не влазит? Что это не влазит? Помогите. Шлем не влазит. Сейчас я разберу один. Хочу уходить без шлема. Карманы закончились? Да. Все, поехали. У меня улучшено все, я теперь буду... Ну, мне надо еще все желтые вещи будут улучшать. Или ухудшает все. До максимума, до махимума. Ну, в этот раз все продам просто. Да, то, что ни одной желтой не дали, это просто космос. Так, ну сейчас покажу, друзья, что у нас с 15 уровнями по экспедициям. Комплекс маршала сейчас пойдем, там будет жарко. Вот выжженные недра, химический завод, горный фортпост, гремучий город и око бури на 15-м пройдены. Нет даже такой ачивки, чтобы пройти все экспедиции на 15-м уровне. Ни в игре такого достижения нет, ни в стиме. Все вот так вот как-то. Не, вообще не мотивирующе. Так, алкоголички. Продать. Теперь тут. Опа, счастливая ушанка называется. Какая счастливая ушанка. У меня есть набедренная повязка миколога. Так, это интересное что-то, костюм миколога. Поставим. Эти тоже пока оставим, сравним. Но комплекс маршала, я думаю, мы никак на 15-м не потянем. Там, когда вот это внизу все спускается. Ну, давайте попробуем, но это... Маловероятно. Там зато есть что показать. 999 999. Это максимальное количество ресурсов или это так у меня совпало сейчас? Нет, ну максимальное количество. Все остальное при продаже теряется. Серьезно? Да. Так, тут вещи бывают, просто стоят вон 300 тысяч, там 500 я видел, и чё? Ну, чтобы тебе не нафармил, до хрена. Чисто на две вещи, да? Да. Замечательная экономика. Так, пойдемте в комплекс. Там будет сейчас больно. Но по поводу вот этой брони... Значит, у нас бонус к огневой, получаемое лечение и урон в дальнем бою. А тут сила эффектов. Но защита выше, смотрите, друзья. И когда запас прочности щита полностью истощается, происходит мощный взрыв. Так, а тут... Тут получше. Ладно, посмотрим. А это... К огневой мощи...
Огневой мощи мне больше нравится, это разбираем. Вот уже есть сапоги сеятеля чумы, вот как раз она, они дают на турельку токсичную, наносит на 10 тысяч больше урона. И на 50% дольше действует. Так, ладно.